Хаммер вернулся. Ну да, он туда-сюда. Это наш топовый элемент был на момент ухода. Ну, он сейчас такой же. Не разучился? Да, нет, вроде. Все тут присутствуют. А этот, он Зара играет? Ну, он с момента, когда обиделся на меня, Локи. Что-то не заходит. Там, короче, ситуация была. Келли упасили. Ну, ДПС не хватает, я вижу. Попросил он перезайти не на твинов, а на мейнов своих. Он закозлился и офнулся. Он это объяснил тем, что он столько же дает на ДК. Не дает он на ДК столько, сколько на руки. Конечно, писали руки. Блин, это камера у нас. Было тоже соломить. Она будет ордру. Юля, давай в ресторан. Хотя на этого босса в сове побудь. Чё с Яной? Яна снова работает, как и раньше. Блин, точно же переписывался с ним. Она там только на каникулы за мужа написала. Большой рядом. Затягивай на площадку его дальше. Паразитный нормально. Заходите ну, ближе к Идрису. Жадница, идти за Ивейди. Кстати, большие будут лужи разливаться. ДТшка. Аня холик. Там пета уберите свою или кто там? Мы все рыбу едим. Да блин. Там скилл ледяной, да, у нас? Я их не разбираю. Скилл ты ледяной? С моим сектантом бегаем, блять. Чешку забрал и не носит. Я охуй. Чему что не хватает, пишет. Если надо фласк. Давайте дам. Такую? Веселую. Я что-то опять выкинул, а нет, нормально. Че, трепал один баг? А, два. Да ничем ты. Все взяли, кто хотел. СС нужны? Нет.
Фокусы круто не нужны. Раз все готовы, фласки пьем. На Даню на пул поехали. Опять перезагрузка. Нет. У меня на крыше подлагал. Стопнули ДПС, переводи Даню. Гера пошла. Это было страшно. Скилл, скилл, где там ДПС? На скилл. На волноступе будешь накручивать, да? Как обычно. Помойка. Рыбу идем ловить. Элима, что лисли гонца апнули по ходу дела? Там лаву апнули. Чуть-чуть. Количество стаков увеличили на 10, которые можно собирать. И, по-моему, шипы быстрее стали лететь в цель.
О, в натуре 30 стаков, это ж круто. Ловим, 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 ловим. Просто что-то в последнее время обновы стали такие делать, но почему-то об этом нигде не пишут. На Локе, когда обновили, там тоже нифига нигде ничего не написано. Они напишут потом. Так это уже давно, это уже несколько дней, по-моему. Ну да. Ну чё, никого удочек нет, что ли? Да, да, она криво ловит. Все уже не надо тогда. Курить. И куда? Не ловите, а то сейчас выловите, нас убьет и опять заново бахнется. Что, планируешь за 4 минуты успеть убить? Не, я сказал, курю. Блин, чутка крита не хватает. 3 дк. Не для гильдии, скорее для прогресса. О, все здесь. Что, можно ловить? Игру не. Да, лови. Я, кстати, с пугами недавно ходил, тактику интересную увидел. Они, короче, здесь... Пятить воду? Нет, они здесь все в рамбе, короче, стоят, даже когда этот луч идет, они просто подпрыгивают, и все, он под ними проходит. Ну, как кто, конечно, не успел, того откидывают сюда. Они потом обратно сюда. Кемерно. Ну зато бегать не надо. Луч можно перепрыгнуть. Ну как оказывается. Он там, видать, слишком низко проходит в этом месте, и можно это подпрыгнуть. И он ну типа да, здесь лужа же. Я в воду прыгаю из-под воды, пинаю пока. Ну там зато, если людей много слака, там от хила надо до хрена, потому что там, считай, почти по всем урон проходит, если не смогут водом перепрыгнуть. Мне что-то кажется, под водой быть весь бой, это и то проще отхилить. Гера. Готовились, вот дымят, сейчас будет 5 секунд. Вот дымят. Против часовой. Через 5 секунд будем к рамбу бежать. Побежали. На пол дали. Ханты. Поехали. Тяните своих стрелков. ДКшники. Дима, я вообще-то оттянул, уходил.
Но надо аккуратнее оттягивать. По краешку, например, правому. Че, под пив залез? Ну. Че, всех убудешь? Юля, иди подними Лартена. Вон он лежит. Сверху. Водомет против часовой. Против часовой. Погружение 5 секунд. Карамбо, готовимся бежать. Побежали. Заберите. Угу. Вставай, Пайнг. А вот оно, зачем Лешка? Босса добиваем. На сову, да? Неплохо. Да и ватные тоже. На сову? А почему? Они же хреновые с меткостью. Зачем? Ну, если у тебя меткости не хватает, сам раз. Так там считай, с критом. С этими шмотками, которые все на меткость, тебе меткости как это может не хватать? Ну, у меня сколько? У меня 291 час. Ну там многие же ткань используют, там на хосту крит. СРС-ки тканевые, кожаные есть. Пошлите мы просто сейчас. Пошли. Не останавливай. А, вон сверху. Там сколько надо? 9% вроде, да? Меткости набрать. Ну, вообще, желательно 10. Чтобы идеально чувствовать. У меня, походу, электричество в доме вырубили, ребят. А, Элизабет, если что. Окей, ладно. Сори, я сейчас пробую. Ну подождать, когда включат. Так в окно выгляни, если соседи не горит. Нет, нас в доме выключили полностью. То есть в районе.
Районы, кварталы. Так тут никому не забыл. Сейчас бы не видеть эти забыли. Да, два одинаковых ника. Вот, если что, короче, на стриме тут, ну и через iPhone. Немер, Немер, заходи. Если есть замена, да, замените пока что лучше. Спасибо. Кидай резу на вопрос, почему с Астрали сняли 500, а с ними на Изуру не сняли, не сняли с Изура и какой-то там. Хизура просто моб пошел, убил. А с Лока просто картечь не захилили. Их застрелили, да. Просто мышечки, что ли? Да. Все, со всех хилов куда снять. А, блядь, не особо. Справедливо. Данич, летели стрелы, значит, лучники. Не, его там шотнуло почти мгновенно, я даже обновление не успела кинуть. Тогда Хизур спикнешься на совете. Хила. Пока что в 4 хилить. Кто у нас сейчас в демоне? Веруни. Что, мало дает? Ну, я просто интересно, есть нету демона. Я как бы смотрю. С большого стене он так багает и гоняет, не убрали? Вот она, Верунья, на форму держит, но она ни разу не видел. Верунья, ты используешь демона, э? А потом демона не дамажит, демона не дамажит. Спек демона, но она его не использует. Чат, ты видел это? На демонском. Какие-то сообщения. Жадница, перезаходи пока. Демона, в которого ты превращаешься. Магический союз есть, это устраивает. Я череп смог поставить, что за фигня? Ничего, ассист. Поехали. Еще испугался. Да я думал опять что изменится, что ли? Не, тут изменяется только что нерфит сов, все. Что-то литру это не мешает на первом месте быть. Не мешает. А ты догоняй. Не, я не умею. Ты на гидросе просто не смотрел рекламу. Что там было? У него на третьем месте был урон за запад. А у тебя нет. Я забыл как играть. Мне простите. А то у нас скоро собирает на нем. Ты астрали все равно ничего не полутаешь, так что надо оставайся. Джерри. Ну, токен точно ты не утонешь. Жадница забирает токен. Вот и все. А то что, плохо одет или что? Сейчас жарм тут ДПС. Ну у него 3-5. Сзади большой пришел. Походу болячка. Болячка, диспельте присты. Дистанцию друг от друга набрали. Блин, а этих-то кто прибил? Каких?
А? Там слезь меня. Кредитанцию, которая на меня встала. Ну-ка, Веруня, чуть ближе подойди. Может, я смогу его достаю. Еще за сало нужно именно играть и не проебывать вообще ничего. Типа проебал, 1000 потерял. Такое. А он-то еще это, руки не размял. Раньше можно было, блядь, звездную вспышку одну нажмал и гнев кинари накинул, все, можно ФК стоять, 35к обеспечено. А ты под проки тренинг все это прожимаешь или пофиг, не обращаешь внимания? Блять, у меня нет тумавена, я так хуярю по КД. Эй, чё за немота, чё за гро? Без ума, мы с тобой вдвоечка его завалим. В смысле, а зачем тебе с карточки взять солнцестояние? Тебе нужно юзать полнолуние солнцестояние, ну типа сразу, две. Чтобы можно было откадешивать старфу. Чёрт, не дали добить. Не, они не стакаются. О, любезный. Ой, какой БР, чё за фигня? Черт, прошел. Ну ладно. У-у-у, это ГП. А, можно начать ГП. Нифига там, кто-то себе дон поставил, еще и мои палит. Это куривар. Исключить, исключить, исключить. Он стоит только на... Скарчик, тотем очищения поставь. У меня другой дом показывает. Сейчас воля песта инер использовал. Сибелла инер использовал. Подглядывать нехорошо. Да, когда... Я, по-моему, один раз его видел в самом начале, еще когда мы сходили. Не, она падала, когда мы просто так ходили, типа, за воронками трэш-пинали. Ну, я вот позавчера с пугами ходил, это упала как раз эта вот фигня с трэша. Вот здесь же где-то упала. Играла ее от него, ты ходила, Steam с вами был? Не-а. Он ливнул, значит? Я написала, короче, Стив плохо это, если чё, мутите его, они походу послушают. Не знаю, не, я написала это в гильдии там, я в той гильдии, с которой Хазур ходил, я просто видела его в Дискорде, поэтому знаю, что он с ними ходил. И это, ну и там был этот Стимп, я написала, типа, он лох, типа, это мутите его сразу в Дискорде, мне написали ок. Кстати, что там с Адским-то случилось? Ты смотрю, где его нет. Ушел. Сам? Ну да. Наверное. Может, я помог, я не знаю. Ну, учитывая, что его в рейды не брал, наверное, будет как он. Да, в смысле? Он не ходил в рейды, не то, что я его не брал. Хайтош где? Хайтон играл только с Яной. Яны нету, Хайтона нету. Договариваются? Да. Ты чё, она сейчас по танкам? Только Данич и Полубезума? Войд, Данич, Безума. Войд? Войд бит, который, что ли? Угу. Сейчас в сове вроде смотрел был. Ну логично, зачем мне три танка сейчас? Не, кто-то еще код есть какой-то. Енот проект. У него... Это как, знаешь, как танк Мэн Глобала.
Ну хотя бы енот может быть и получше потанчится, чем Бенволл. Но Void Boys это основной мишка наш теперь, да? Ну да, получается так. Там еще Никита хочет себе медведя собрать. Наивная душа. Сову пусть это собирает, медведя собрать хочет. Безуму там это. Ты чё? Кого тянешь? Ой, ай, ой. Треш собери, Дань, Даня, подсейви. Успею, не успею, успею, не успею. Все равно от кого-то агро висит там, все, Даня, не забыл. Тысяча хп долго-долго находит. Про товара никто не собирает. Ну, у этого же есть Вармса вроде. Ну, я только не знаю, у него А, ну он не в гильде сейчас. О, Логаль. Тоже в гильде его. Ну, это жадница, логично. А, это вместо этого, что ли? Вместо жадницы. Что ты пятый на ДК никому отдавать? Да есть кому в очереди. Рыбу кушаем. Так, для новоприбывших. Получается, у него есть две фазы. Первая фаза обычная, когда он находится в белом обличении в демоне. Там у него есть способность вихрь. Понятно, а ту как откадешивается, постоянно обезоруживание кидаешь на него. В вихре. В принципе, там отбегать нужно желательно, потому что когда он крутится, нету агра. Так, суманули? Суманули. Фу, баф, поднимайте. Когда он будет в демоне... Немера луч... нету рядом. Когда будет фаза демона, там будет вызывать... призывать демонов, некоторых из вас, рандомно 5 демонов. Ваша задача, понятно. Убить просто, отошли немножко подальше, если вы под боссом. Убили эту цель и дальше бьете босса. Если вы не убиваете своего демона, он берет вас в контроль. Надеюсь, это понятно. Неважно, хил вы, не хил, у вас по-любому может демон тоже повеситься. Я про анонсу для новеньких, если на вас будет демон. Остальные сами смотрите. Крипифай, ну будет в тебя лучше такой демон пускать, тебе надо его убить, у него мало хп, это вообще изи. Там 10 тысяч хп, там буквально 2 тысячи дать ему и все. Опа, держи номер. Все, поехали танки. Давай, номер, я тебя помню, как топ заплейсер. Это легкие, счастливые времена. Кстати, я не помню, почему ты ушел. Не ходил, меня кикнули. Кикнули? Вы профен, что ли? Нет, его за АФК кикнули. Долго. А, тебя долго, если вроде этот, какие-то проблемы со шмотками или чем, ты потом вроде ушел. Ну, в смысле, не с гильдии, а из игры. Ну, я заебался. Давай, дизарм. Сейчас прохиливайте. Ребер, все. Сибелла, поднимешь за Токса. Давай. Дайте баф по Сатоксу, лапу дал. Я помню про Еру. Сейчас он под себя подстроит ее. А как ты узнал? Ты всегда так делаешь. У меня Ера. Ера. Вот, хочу домой на тебе. Лартан тоже на тебе, смотри. Бей, бей своего демона, бей его, бей. Хочу домой, с пылами, вот выделяешь и бьешь. Завис.
Готовьте лока убивать. Я завис, у меня этот. Готовьте крутится. Лока убивать. Лока бьем. Все, ты отвис. Нет, я стою на месте, у меня фаза демона в этом. Не, ну я не достаю. Из арм. Уперли. Я лагаю, устроили. Сочувствую. Джессика, ты чё не на тунге? Вот так. Зажрался, молодой. А? Зажрался, да? Да, я. Сейчас чекаю, тайфун падает или как там его. А, Риля, сейчас Риля выпадет, слушай. Тебя же нету. Получается, это пора. Получается, да. Демонов убиваем. Сатурн тебе. А, цунами, цунами, не тайфун, извиняюсь. Че, еще перчатки Т5 на ДК буду проверять. Да не волнуйся, ты бы их не забрал все равно. А кто забрал? На жадница. Прикольно. 25, да? Да. Тунга. Вот так вот. Тебе перчатки оставляю, вот просто. Лучше бы ты мне тогда эту пенику с волноступа оставил. Я за ней пришел, но на нее пойдет сейчас проверить. 13 не брал ее. Че, это не на ногу пришел, но не падает проверять, так и будет. В смысле, ты же в смысле? Не было, да? Не было. И у это забрал Друдром на шаман. У Друдрома шаман. Че такой тихий, Женис? Да я убавил себя, на меня кричали, что я громкий. А теперь ты тихий. Да. Ну-ка давай себе громче делай. Друдром часто играет? Да, нормально. Он на шамане ходит, потому что нет нуждаемости в его хиле. Ты думаешь, это бы тебя спасло, если бы он дошел бы до тебя? Я ушел в тень, конечно, спасло бы. Блять, хорошо быть инешкой. Не то, что дренейка, да, Дима? Ну, блять. Надо было дворфа делать. Было бы еще полезнее. Это дренейка, что-то до хрена здесь. Что? Что за чихло? Вот так. Хотя не было чихли или... Что, можно пати там? Сейчас, подожди. Тебе жениться надо только. Руки, да? Ему 4, все, кроме грудок. Лока резаю. Хочу домой, который. Чё там, тайфун этот водоворот упал мой? Да нифига не упал. Ну и слава богу. Ну что, кто так, готов мне слот уступать? Я слабенького заменю. Так, пока что декрипифай на замену. Как бы ваши 4% ладно. Пришли дамага. Как бы. Нужно подойти поближе. У нас сарма. Скилл, ты не готов, как бы. У нас сарма есть. Нафиг там. Так чё, он фурик? Какой армс, он фурик. Фурик. Вот, я как бы ваши 4% в рейде, да. Так что давайте. Мне там Т5 анролом. Вы позорники, я все это время с этой все усилки в стамину, то поесть там найти.
Болезнь, отойдите. Выживаешь? Скилл выбой там, наверное, скиньте. Так, значит, бьете мобика, хилите мобика. И чекайте чат. Засуманьте Астралия. Пока что сам. Хотя мой поезд здесь тут может. Хорошая наруча, критар. Не надо никому. У всех есть уже, наверное. А вот тикрипифай. Давай обмен. Это бисовое, между прочим. Ну, кроме болов, я сзади, сзади последний. Ну просто вообще офигенная тема. Никому кожаные не нужны. Мишка не пошел. Серега, ты так всегда говоришь, ты на Мишку до сих пор не заходил, не зашел еще, по-моему, ни разу в ЗС-ку. Или куда там, КБ. Ну, что я буду забирать? Я думаю, просто вам все время надо. Так куда ты, блин? Про все одетые. Все одетые, Джайна убить не можете. Ладно, давай так, не можем, чтобы было честнее. Так, 200 за груда. Давай. А вообще вагоны. А Лича на прошлом КД закрыли? Нет, не собрались. Да, три раза. И целка в бычке тоже закрыли, кстати. Про какую Джайну я говорю вообще? Кто это? Да нас, короче, это, у нас был трай. И Спирит решил побежать на сферу. То есть все идеально, вторая фаза прошла успешно, блядь. Спирит решил побежать на сферу. На переходной фазе. Сними ему еще и про, пожалуйста. И еще говорит, типа, а чё я? Да, а чё я такой? Господи, ты снова просто, типа, такой, а чё я? А чё я? Ты просто так сказал, как будто вы даже первой фазы и не уходили. А чё я? Я не взрывал ничего. Я не бежал на сферу. Так он же не должен был взорвать, его просто выкинуть одного должно быть, и всё. Ну так если бы он бы один бы ушел, то ладно, он был хилом. Хер на него. Он еще ДДшников захватил. То есть они все за ним побежали? Ну, блин, не все адекватные челики-то побежали с нормальными людьми. Ребята, у вас бывает такое, что вот на шмотку наводишь и получение сведений о предмете, так оно до конца и остается. Не прогружает, это только когда релогаешь. Это подгрузка у тебя медленно идет. Не, так же бывает иногда. Ты это, Зевис, там... А, тебя, наверное, не допуск. Ты в ДС, да? Вы сейчас на волосту пойдете? Сейчас вот я тебе роль новичка даю. Сейчас четверо. Там вон есть в ДС правила замены, можешь почитать. Если тебе интересно. Хотя не, пошли на волосту, чтобы я фласку не перебивал. Ну я тоже так хотел. Тогда я отведу пока, наверное, 2 минуты. Болезненный. А Мишка знает, что на Джайне делать? Таскать этих кучу мелких. Этого я не знаю. К сожалению. Хорошо. Болезненный. Ты что там, японская музыка какая-то? Это не похоже. Итальянская вообще-то. Да, Зевс.
Нормально? Да, раз. Слушай, выйди, ходу. Что-то, блин, вся кольчуга со скоростью идет сейчас. Присты, иди спелим. Паладин, иди спелим. Вы тянете не очень, всех заразных. Че, как-то без бонга сидите? А мне было лень ставить. Ух ты, крутанулся. Сразу бинго-бонго вспомнился. Чичилинтану. Юль, ты же этот ПВЕ сова, а ПВП эрдру, да? Все, на Исмеде. А хотя, зачем тебе вообще саппорт пить, Серега? У тебя 43 кхп, ты думаешь, тело убьет? Идите вниз. Что, вы там почистили трэш? Сломаните, если можете. Поставьте шкаф. Так, где крипифай сделал тебе? Сделал. Получается, он заранее это предугадал ситуацию? Я все знал. Я еще полтора месяца после Джайны знал, что будет именно так, полтора месяца назад. Да блин, мы с умойним, зачем? Хилим, хилим, хилим. Тролливалим. Черепок снимай.
тоже ДПС, демо. Не твой, вот ты и бесишься. Давай, догоняй. Ой, прошу прощения. Вар, подожди, не убегай. Кого там смолить надо было? Кого просил смолить? Ну и ладно, пошли бить. Так уже все, наверное, тут. Ну, я в Астрале добежал лучше. А, ты пешочком пошел? Ну да. Будем совет первым бить, если что. Ларта, надеюсь, помнить, как хили, да? Проблем не будет. Так, Слава тоже спекайся в танк. Тактику будешь объяснять? Подожди, скилл. Диман. Ну, бля, да что тут объяснять? Ну вообще, да, там саппорты пока, ты можешь отойти, если тебе надо. Все, я пошел. На саппорт обмен давайте. Поставьте банк. Поставьте больше банков. Во. Тупо Уладу завалили. Смотрите, у нее только башка торчит. Скилл, не воруй мою рыбу.
Так, рыбку поставил возле деревца, ищите. Так, пока пати не кидайте. Ой, не кидайте, не кидайте. А теперь можно. Даня, как всегда, на двоих. Войт на ромбике. Безума на квадрате. Кому еще сопрот? Костя, ты спекнулся? Да. Кому еще флоску? Не, просто Тунга, Тунга, ты где? Подойди ко мне. Подойди. Вот, я прыгаю. О, смотри просто на вот этот сундук. Влада застряла. Кто положил Владу в ГБ? Дима, смотри, смотри, смотри. Сейчас, смотри. Смотри, видишь, да? Смотришь, да? Смотришь? Я не хочу, с тобой не интересно. Ну, смотри. Все, все, тихо. Я спрятался, кстати. Так, Лартан на Егоре. Хезур и Сибелла, вы у меня вдвоем на Даниче будете, то есть на крестике. Скарчик тотем от огня на крест. Значит, как только поставят ромбик, сразу Геру, можно без команды. Просто юзайте Геру. Сопрота обязательно пить. Fire резист поставьте. До сальца еще не висят. Хочу домой, накинь СС на Сибеллу. Веруния, накинь СС на Уладу. Black Dot, СС на Сильнель. Веруния, жадница. Ой, жадница. Веруния, еда, еда. Не ешь. На, ешь. Все, поехали, танки. Гера. Вы видите с рейды? На пул дайте по этому. Быстрее. КД давал уже. Косты кикаем. Бля, не бейте босса. Не бейте. Все, можно. Вот, ну вставай. Это Сибелла. Сибелла. Нет, не Сибелла. Хиль Сибелла. Буксол подними и... Вот Джека. Забафали. Пристабаф дали. Каску по магу. И по кому там по присту. Косты не забываем кикать.
милики по квадрату. РДД по кружку. Выведи его, Слава, Слава. В кружочек вот сюда выведи. Топните пока, или нет? Дайте ему поставить. Можно. Так, Хант, ты у меня бьешь квадрат. Иди квадратик бей. Особо не старайтесь, не бурстите, там у милишников немножко послабее патча. Так, ну пока это, стопните ДПС. РДД, это касательно РДД только. Милишники вы бьете. Локи, идите тоже. Локи, идите помогайте хранителю этого бита большого. Дайте гимноману, я тотем поставлю. Да не надо, у нас маны дохуя. У тебя дохрена, у меня... Ставь, нет. Ставь, ставь быстрее. РДД по кружку не бьем. Даем догнать. Там ману так высосишь себе. Смотри. Аргумент. Все, можно кружок бить. Я все же. Оставайся там, оставайся там. Дайте бафы по Сибели. Точно стамину дайте. Звезда сейчас будет. Звезда. Звезда. Дай себе линер. Звезда. Звезда. Отошли.
подошли. Сорф точно понерфил? Да. Ну я на сорфанге давал 30-ку, сейчас 28 выжимаю. Прикиньте, да, как у бедной. Отошли. Отошли. Так, за кем? Где вот он? Вот он. Вот он за тебя привязался, все тащи меня. Сейчас я подойду. Чистите пока. Порежу вот он. Порежешь вот она? Почти. Не обратно в ДД, да? Или это в хилом оставаться? Давай в хиле лучше будь. Ты, Галя, привяжись только. Скилл. Ты понял, да? Чтобы тебя не слышал здесь больше. Я до сих пор слышу, падла. А, сзади, заберите. Сзади трэш. Танки два. Сзади. Сейчас сорву. Я, кстати, магом по-другому. Но у меня стабило вообще нормально это. По 20к я выдаю боссам. Типа, моим магам. Без понтов. Yeah.
1500 сатокс. А как? Так, рыбку кушаем. Дани, как всегда, на трэше. Безумно на боссе. А хант умеет напуливать? Ну, чью его, я не знаю, навряд ли. Поставьте живца, пожалуйста. Хант, видишь, Лугаль, вот тут стоишь, короче. Когда будет, будут оттуда вон мобы идти, вон, не знаю, лужики, но не согреть. Ты про маленьких мобчиков напуливать? Да, их на Даниче напуливаешь, и там ливнем стрел или еще чем-нибудь. Дайте Дживса, пожалуйста. Которые босса идут. Ну, которые вон там будут. Дживс. Дживс. Хочу Дживс. Чё это? Или хламобот. Вот, о, спасибо. Наныл. Благодарен. Только не забывай напуливать. Трэш появился сразу, напомню.
под босса. В задницу? В безумно. Так, на позицию. РДД хилы в одной точке. Все, Безома полетел. Перед мордой босса не стоять. Да поглотит вас пучина вод. Маты в гильдии запрещены. Сколько вас учить надо? А Скарчику-то за что? Он же вроде не матерился. Я не знаю. По приколу. А нет, глаз. Матерился. Я хотел поспорить и еще тысячу почистить. 20-45-32. Что за цифры? Гера полетела. Трэш. Ага. Морлоки 3 секунды, не кливаем. Сначала танк агрона берет. Под боссом можно. Можно. Кстати, это можно пристебов, да? То это? Нету. Чё так? Вот это бесполезно. Ты же 3 раза кинула. Мне тоже. У меня на ханте уже 1.5 месяца не кидала ни разу. Не кливаем. Так на ханте где ты стоишь? Чё, в мире зону кидает? Угу. Пис, что это за дела? Я 4-й раз типа летаю. Мало. Дима, что с ДПСом? Ну что с ним? 15к. 15? У тебя что ли? Все, ладно. У меня просто это. Полный был отпущен. Совы не дамажит, сам знаешь. Ну да. Ага. Ремонт. Война детей. Кто побеждает? Пока дружба. Наши побеждают. У меня все наши.
как так? И заигрался. Слишком глубоко зашел, так сказать. Меня еще не сбрил, тут все ребята там по мурлокам скачут, они под мордой находятся. Неприятно будет. Не хочу в сферы, отстаньте. О, жадни, соберись себе плач на блада. В смысле, только никому не нужен. В смысле? Если заберут, то я не буду брать ничего. Енот, тебе с Агилой нужен плащ. Пускай добрые люди забирают.